Маликова взяла и закопала старые кошельки в лесу, землю собирала, собирала и вот закопала. Правильно сделали, не нужны вам, выбросьте. Неважно, как вы их утилизируете. Хоть сожгите, хоть закопайте. Очень хочется узнать, почему не могу устроиться на работу. Как только устроюсь, потом какие-то неприятности происходят. Может, на мне карма или что-то со мной не так, посоветуйте мне. Обычно отсутствие компетенции приводит человека к тому, что его увольняют с работы. Обычно это происходит так. Человек говорит, что он умеет пользоваться такой программой, его берут на работу. Потом оказывается, что он не умеет пользоваться такой программой, такой, не понимает, что такое деловая этика, не понимает, как пользоваться там правильно интернетом, но ему нужна работа. То есть человек считает, что вот человек считает, что если он устроился на работу, то он уже работает, при этом он, его должны обучать. Но дело в том, что такого, кто же заплатит за обучение такого человека? В случае, если я взял человека и должен его обучать, то тогда вопрос, за что я должен ему платить деньги, если он мне должен платить деньги за то, что я его буду обучать? Это же разумно. Именно поэтому отсутствие компетенции человека очень часто приводит к тому, что человека увольняют с работы. А вообще, в случае, если человек занимается эзотерикой, он должен знать, нужно стараться работать на себя. Каким образом? Ищите возможности, работайте на себя, все получится.